За счет своей высокой общительности людям с этим именем довольно просто контактировать с окружающими, вступать с ними в контакт. У обладателя имени существует только одна основная жизненная цель. В этом случае служение окружающим, однако здесь речь идет не о материальной помощи или, например, о медицине, а о привнесении в жизнь других людей радости, оптимизма, надежды и гармонии. Там, где другие 10 раз свернули бы себе шею, владельцу этого имени повезет. Наделяет скромностью и умением устраивать свои дела по-тихому. Частые разочарования и страсть к экстриму наделяет владельцев этого имени гибким характером, но зачастую они лишены истинного счастья в жизни, которое заменяет упорным трудом, часто перерастающим в трудоголизм. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Личные комплексы и заторможенность присущи владельцам этого имени. Но это всего исходит из того, что представители именно очень тщательно продумывают путь, прежде чем сделать шаг. Буква «Б» в этом имени вносит в характер человека потребность в острых ощущениях. Особенно ярко проявляются дни у владельцев этого имени, когда на удачный день приходится либо число 3, либо разница числа 6 и 9. Это 3, 12, 21, 30, 6, 15, 24, 9, 18, 27 – числа каждого месяца. Этим людям характерна внимательность к жизни. Буква «Ш» в имени наделяет людей скромностью, граничащей с ранимостью. Носители этого имени – коммуникабельные и харизматичные оптимисты, обладающие замечательным чувством юмора, однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Представители имени без труда справляются со своей жизненной миссией. По натуре они необычайно жизнерадостны, излучают внутренний свет и любовь. Они также одарены богатым воображением и творческими способностями, которые часто реализуются в артистической карьере. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.